Вітаю! З вами Ігор Пох та програма «Похфактум». Мій гість – Ярослав Захаренко. Вітаю, Ярослава. Доброго дня. Я спеціально не обозначив в началі твою нинішню должность, твою іпостась. Сейчас ти работаешь в одному із государственних банків спеціалістом по IT-технологіям. Но самое интересное то, что у тебя, насколько я знаю и помню, в жизни были несколько целей, которые выросли из твоих увлечений и убеждений. Я могу определить вот для себя три цели, которых ты попытался достичь. Понять дороги, это создание ОСМД, и третья проблема и цель – это проблема с бродячими животными. Я ее не ставил себе, она меня сама нашла. Я знаю, что ты в недалеком прошлом, возможно, и сейчас, не смею утверждать, проводил такие консультации для николаевцев по возможности создания ОСМД, то есть как это все делается, юридические какие-то вопросы, практические советы и так далее. Но вот на сегодняшний день в Николаеве создано, если я не ошибаюсь, чуть более 600 ОСМД. А жилых домов в Николаеве, жилфонда, 3000 там... Больше 3000. Больше 3000, там 3200, по-моему, с чем-то там жилых домов. И, насколько я знаю, в последний год примерно наметилась тенденция такая к успокоению или к снижению активности граждан по созданию вот этих объединений совладельцев многоквартирных домов. С чем это связано? Как ты считаешь? Потому что, опять же, исходя из своих знаний, я могу утверждать, что Николаев является достаточно уникальным городом в плане вот программ софинансирования капитальных ремонтов для ОСМД. Вот эта программа 90 на 10, она действительно уникальна, потому что люди могут 2 года подряд получать помощь. Да. Такого больше нет ни в одном городе Украины. Да. Вот как твое мнение на это? Мое мнение то, что наша жизнь имеет волновую природу. Не бывает у нас постоянных подъемов, постоянных спадов. Все имеет подъем, спад, мы чередуемся, и также это эмоционально. Здесь так же самое, кроме обычного, люди не могут всегда быть на пике желаний и активностей. А все те, кто хотел, они в первой волне прибежали, послушали, им помогли, они создали, и они уже сейчас работают, добиваясь своих результатов. Те, кто решился и пошел первыми, они сейчас уже составляют кейсы, посмотрите, учитесь на нашей истории. А кто-то делает просто еще, создал ОСМД, но боится взять на баланс, все никак не решится. Кто-то взяли на баланс, получили негативный опыт, ищут причины в чем. Кто-то находит, что в любом случае очень важно, зависит все от того, кто занимается задачей, как подходит к вопросу, насколько ответственно. Есть также факторы, которые снижают мотивацию о создании ОСМД. Это существующий тариф для тех домов, которые есть. У нас он вроде бы как бы поднялся, но если вы попытаетесь создать в своем многоквартирном доме ОСМД и поставить тариф, который существует сейчас для домов, которые все еще в ЖЭКе, вы поймете, что вам не хватит денег выполнить все функции, возложенные на само обслуживание дома. То есть до тех пор, пока будет вот такое квазидотирование наших коммунальных служб, будет снижение интереса к самостоятельности. Почему? Потому что если мне будет все равно, сколько я плачу, что в ЖЭК, что в СМД, если это будут суммы разные, я при одной стоимости скажу, окей, а где лучше? А если я плачу здесь, получаю хуже условия, но плачу дешевле, это как бы, дешевая рыбка, поганая юшка. Поэтому мы увидим это возобновление интереса с ростом дальнейших тарифов в ЖЭКе. Ведь ОСМД сами себе устанавливают тарифы, а ЖЭКи, когда начнут расти тарифы, у нас пойдет новая волна создания ОСМД. Кроме того, к этому времени уже страшилки по типу «вот создали ОСМД, у них все, ой-ой-ой, плохо, ужас-ужас», они закончат свою
дойдут до точки, в которой будет видна причина. Где-то был глава, не тот, на которому стоило доверять. Где-то не справились, где-то люди сами саботировали свое же СМД и получили следствие. Будут примеры, яркие примеры успехов в СМД. Люди, те, которые создают, продолжают и работают, сейчас получают софинансирование от города, они получают те ремонты, решение тех проблем, которые у них были десятилетиями, накапливались и сейчас решаются. А те, кто все ждут, сидят и ждут золотой рыбки, они продолжают ждать, и у кого-то где-то когда-то взорвет крышку, сорвет, и он все-таки скажет: нет, ну давайте. Ну вот есть ведь примеры многоквартирных домов, особенно вот то, что называется у нас хрущевками, вот пятиэтажные дома, постройки 60-х, там, начало 70-х годов, где на сегодняшний день ну, подавляющее большинство, например, проживает пожилых людей. Почему подавляющее большинство? Потому что по очень скромным подсчетам в таких домах одна четверть или одна треть квартир пустуют. И все мы прекрасно понимаем, что у людей старших, у них сознание немножко работает, ну не то чтобы в обратную сторону, они всего боятся, они опасаются перемен, они опасаются того, что будет только хуже. Опять же, они смотрят телевизор и пугаются вот этого информационного фона и шума и так далее, и так далее. Что с этим делать? Что делать с сознанием людей? Тут универсальный инструмент, как я говорю, бабушки. Пускай, допустим, сходят в гости к таким же бабушкам, которые живут в водопроводной 15, и посмотрят на дом, в котором преимущественно также пенсионеры. И они также не имеют средств больших, которые бы они могли вкладывать на содержание своего дома. Однако, пример показывает, что не обязательно сейчас взять и выложить 1000 гривен. Можно собирать там гривен по 100 в течение года. И все равно решить проблему, которая до этого 15 лет не решалась. Но тут год, там 15. И тут решена, а там не решена. А цена вопроса почти та же самая. То есть, мало того, как я говорю, что пенсионеры, а особенно не просто пенсионеры, а получатели субсидий, это супер. Почему? Потому что вы поставите 3,50, да, что вы поставите... Тариф имеется в виду. Да, 2. У вас идет уплата плановая, но вы с большей суммы вы можете не только содержать дом, но и собирать вот эти вот взносы потихоньку. Тем, кто получает субсидии, им компенсируют большую часть, им не так тяжело платить, в том числе и тем же пенсионерам. Поэтому не нужно пытаться пойти и взять с рук сумму, необходимую для ремонта. Можно ее потихоньку накапливать через тариф. Грядет вроде бы монетизация субсидий, да, то есть это замена вот этих виртуальных льгот на денежную компенсацию. Вот что по этому поводу скажешь? Потому что раз выгодно как бы получателям вот таких домов ОСМД, выгодны побольше субсидий, а если их заменят деньгами, будут ли эти люди свои деньги, уже живые деньги, тратить на какие-то свои насущные нужды? Конечно, это зависит от людей, но существующая система субсидий, она не стимулирует энергоэффективность. Она стимулирует больше тратить, больше потреблять, получать больший размер помощи. Если идея монетизации будет реализована нормально, как это здорового человека, тогда мы получим хороший эффект, когда люди смогут часть сэкономленных компенсационных средств пустить на энергомодернизацию своего дома, на какие-то действия, которые они хотели бы с ним сделать. Это, конечно, зависит от людей. Кто-то каждую гривну сэкономленную пустит на свои цели, которые для него есть более приоритетны. Тут мы не можем сказать, что однозначно. Однако, когда монетизация прекратит стимуляцию увеличения потребления, наверняка его рост остановится, и, может быть, мы получим хоть какое-то снижение. Недавно, не так давно, вернее, ты провел какое-то время на должности заместителя директора ЭЛУ «Автодорог» города Николаева. Вот это как бы
цель, которую ты достиг, посмотреть изнутри, что же происходит вот, вот на месте уже, да, потому что сбоку или сверху, или где-то там, всегда кажется несколько иначе, чем, чем все происходит на самом деле. Достиг ли ты этой цели? Отчасти достиг, часть цели еще впереди. Изначально моя цель никак не поменялась. Я не хочу, чтобы мне было стыдно за то, когда я говорю, что я живу в Николаеве, и мне говорили, что в этом городе самые плохие дороги. Это цель, которая ну, никак не претерпевает. Даже в начале, когда мы собрались с группой активистов и пошли, смотрите, что там происходит на дорогах. Когда я погрузился в систему, мне стало более очевидны вещи, которые сейчас у нас существуют не так, как должны быть. Система, которая мешает получить нормальные работы по дорогам. То есть вот простой пример. Мы можем нанять технадзор над исполнителем, мы можем нанять надзор над надзором, а потом еще кого-то. И в итоге, изменит ли это качество работ, я сомневаюсь. Тут вопрос не в количестве надзора. Вопрос в том, чтобы экономически подрядчик должен быть заинтересован в качестве своих работ. Он может быть в этом заинтересован только в одном случае, если он за это будет получать доход. Он будет получать доход, вернее, или получать доход, или не нести издержки в случае, если он построил дорогу и несет за нее гарантию 5 лет, 10, вот, 15. Вот, вот. Ты говоришь об идеальном подрядчике? Либо о тех подрядчиках, которые... Даже те, которые существуют, они готовы работать в таких условиях, но когда будет, соответственно, то есть вы понимаете, стоимость работы, которая по улице одной и той же, с гарантией 1 год и с гарантией 10 лет, это немножко разная стоимость. Да, мы понимаем, что у нас нет много денег, чтобы заказывать вот сразу все, однако нам нужно идти. А ранее, когда мы акцентировали внимание городского головы, что нужно делать упор на капитальный ремонт, и он нас слушал в этом, и мы видим результат, что у нас не столько размазывание идет вот этими вот залепливанием, сколько у нас появляются большие объемы капитальных работ. Вопрос то, что не все выстояло и не все не пережило, так это уже не наш вопрос, извините. Это вопрос теперь рекламации к подрядчику, который исправит. Он обязательно исправит, иначе он не будет здесь больше работать. И это уже не наши с вами деньги, траченные второй раз на одну и ту же дорогу. Важность для города уже имеет теперь не просто капитальный ремонт, а реконструкция дорог. Почему? Потому что мы понимаем, как бы мы хорошо не сделали дорогу, у нас под нею коммуникации, у нас под ней брюковка. Брюковка, которая рассчитывалась не на существующий транспорт. Она, если посмотреть ее при снятии асфальта, ее профиль, вот сбоку она выглядит будет вот так, волной. Где-то она уходит вниз, где-то она поднимается, где-то ее тащит вправо, влево, она двигается. Как положить асфальт на эту брюковку, чтобы он лежал, если под ним двигается основа? Ну, никак. А под этой брюковкой также основа ну, не та, которая должна быть для существующих дорог. Все равно существует вот такое мнение, это если уже ближе, да, ближе уже к нашим реалиям, мнение, что выгодно на самом деле и подрядчикам, и организациям, которые этих подрядчиков нанимают, выгодно как раз проводить вот такие краткосрочные ремонты с минимальной гарантией, потому что с этого обязательно кто-то кормится. Важно что? Важно не кормиться, не кормиться. Важна эффективность траты каждой гривны нашей с вами разумеется, бюджетной. Разумеется. Мы можем ее потратить один, два, три способ. Вот и среди них нужно выбирать наиболее эффективный, однако с учетом целесообразности. Мы не можем сказать, что с завтрашнего дня мы не ремонтируем дороги совсем и только делаем их реконструкцию. Ну, во-первых, перенести коммуникации в зеленую зону, как нам хотелось бы, или в зону тротуара, не везде возможно. Просто не везде они такого размера, что их туда можно перенести. А во-вторых, получается ситуация такая, что если мы оставим улицы, у нас сумма бюджета дорожного такова, что реконструкция это будет одной-двух улиц в год. А что с остальными делать? У нас есть такие улицы, типа Потемкинская, Московская. И люди говорят, замажьте хоть дерьмом, но хоть замажьте. Я вижу то, что есть такой процесс. Процесс называется утримання доріг. Это процесс, когда и уборка снега,
И это работа по содержанию ливневых канализаций. Это работа по аварийному ремонту. Это когда появляются маленькие ямки, трещинки. Она должна быть. Если вы помните, был сюжет на 1+1 о том, как Анур, турки, содержат какой-то участок дороги Киев-Чоп. Все восхищались о том, как это хорошо и как чудесно. Вот у нас так же само должен происходить тендер на содержание дорог города. В нем будет обязательный перечень работ. И предприятия, которые будут пытаться получить, стать балансоутримывающим на этот... То есть отдать в концессию кому-то? Это не концессия, это балансоутримывание. Так же само, как ЖЭК у нас выполняет такие функции по дому. Есть их стоимость. Только он эту стоимость берет с жителей. Тут так же само город отдает свое имущество на балансоутримывание. И он видит, что пришло 4 предприятия, которые говорят, мы выполним эти работы за такую-то сумму. Он проводит тендер, выбирает. Что они попросят взамен? Они же говорят, вот наше балансоутримывание дорог вот с перечнем таких работ стоит там 5 миллионов, второй говорит 6 миллионов, третий 7. То есть из бюджета что? Тендер. Ага. А город выбирает исполнителя. Исполнитель в течение года обеспечивает проливку швов, а сразу ремонтирует ямочки, пока они начинают формироваться. Здесь не нужно коррупции, когда есть неэффективность. Вопрос всему – эффективность. Так вот, эффективными дороги будут тогда, когда мы начнем реконструкции. Раз. Второе, когда у нас нормальное будет содержание дорог. А эти проблемы вот как раз не могут быть исправлены снизу со стороны подрядчика. Тут нужно со стороны заказчика менять формат работы, подходу к... Формат взаимоотношений. Да. Окей. Без этого изменения у нас не получится другого результата. Глупо полагать, 10 раз одно и то же делая, получать новый результат. Нам нужно делать новое, чтобы получить новый результат. Ну и третья тема, которую мы сегодня хотели бы обсудить, и обсудим ее обязательно, это проблема с бродячими животными в Николаеве. Дело в том, что, судя по сообщениям в прессе и в социальных сетях, проблема набирает оборотов. То есть она не уменьшается, а наоборот растет, и на сегодняшний день никто не может дать рецепта решения этой проблемы, потому что собаки кусают, собаки нападают, они размножаются, несмотря на то, что там их чипируют. Возникла еще одна проблема, это стоимость, заявленная стоимость содержания одной собаки, например, или одного животного, в приюте, она оказалась слишком большой. Мы на детей столько не выделяем. Да, то есть там, по-моему, если я не ошибаюсь, 2440 гривен на одну собаку, это действительно странно. Вроде бы депутатская комиссия это отмела, не приняла этого внимания, но тем не менее проблема остается. Что с этим делать? У нас будет хорошо тогда, когда победит ОСББ. ОСББ – это те кирпичики, из которых строится страна нормальная, здорового человека. Именно ОСББ дает возможность человеку понять стоимость вещей. Он понимает, что стоит вывоз мусора, он понимает, что стоит ремонт, текущий капитальный ремонт и другое. Он понимает, из чего складывается, он это видит. Так же само и тут. Мы имеем определенную сумму денег в бюджете. У нас есть проблема. Мы направляем эти деньги на решение проблемы. Эти деньги должны решать проблему. Если мы в результате использования этих средств никак не решили проблему, вопрос, зачем мы их тратим? Существующий КП, Центр защиты животных, он производит стерилизацию и работает согласно принятой программе Горсовета. Программа имеет под собой основой методику ОСВ, это отлов, стерилизация, выпуск. У нас проблема с животных не из-за того, что они насилуют людей. У нас проблема от того, что они кусают. Большой становится проблема из-за их количества. И мы можем сказать, мы потратили 3 миллиона, численность до начала работ была такая, такая-то стала. И обязательно на начало и конец нужно количество пострадавших людей, потому что мы видим, что мы эффективность расходования средств.
Тут мы, получается, у нас происходит с головы на ногу перевернули, с ног на голову задачу, проблему. И мы с каждым годом стараемся тратить больше денег, но никто не задает вопрос. Вернее, люди задают, чьи деньги это тратятся. Однако тут уже пришло время и самому городу, городской власти поставить вопрос. А решится ли проблема в использовании этих денег? А ОСВ нам это не даст. Мы получим собаку с клипсой, но мы не получим ее отсутствие на улице. То, что собак не должно быть на улице, согласны все. И защитники животных, и противники их. У нас на сегодняшний день есть уникальный вот, законотворческий подход. Вот если вам кто-то не нравится, вы можете его там убить из пистолета, да, ножом, переехать машиной или натравить на него собаку. У вас от одного и того же действия, в зависимости от средств исполнения, будет разная ответственность. Это вообще-то нонсенс. По сути, вы сделали одно и то же, но отвечаете по-разному. Если, допустим, у нас есть правила содержания животных в городе, и в них четко написано, что в общественных местах животные должны находиться, те же собаки, в намордниках. То есть, если я веду свою собаку в намордники, значит, я умышленно это делаю. И если моя собака, которая никого не трогает, вдруг укусит, то это уже деяние сделано умышленно. Ты имеешь в виду без намордника? Без намордника я укусила. Поэтому я сознательно других людей, нарушая их права безопасности, ставил под угрозу. И, соответственно, как следствие, получили они травму. У нас вот здесь на уровне Верховной Рады нужно наводить порядок. А что на уровне Верховной Рады можно придумать? Ну, если это можно придумать, скажем, на местном уровне? Какова ваша ответственность за то, что вы не выполняете правила? Вот. Теперь я предлагаю немножко с другой стороны зайти. Мы все прекрасно понимаем, что огромная часть наших людей, жителей города, мы говорим о городе в частности, безответственные люди. Они кидают бумажки мимо урн, они там, я прошу прощения, справляют нужду в подъездах и так далее. И не то чтобы не несут, они не чувствуют за собой никакой ответственности за свои вот проступки, действия. За свои действия. Да? То же самое, на мой взгляд, касается и вот выгула, допустим, собак без намордников, там, или неубирание, продуктов жизнедеятельности тех же собачек во время выгула. То есть нет ответственности, раз, нет чувства боязни, страха за неминуемое наказание. Да, неотвратимости. В виде большого штрафа, высокого штрафа, два. Да? И самое главное, что, а кто за этим будет всем следить? Ладно, полицейских у нас на всех не хватит, безусловно. Даже пеший патруль будет гулять, пока он там гулял, собака может кого-то укусить, ну и так далее, и так далее. Где система «Безопасный город», да? Где утыканный камерами видеонаблюдения город? То есть, как это работает на Западе? Вот то чувство страха перед законом, да, или перед местными правилами, вот, городскими, что если ты нарушил, ты платишь высокий штраф. Один раз заплатишь, второй раз заплатишь, третий уже подумаешь. Но за этим должен кто-то наблюдать. Не обязательно. Если человек безответственный. Не обязательно наблюдать. Если, допустим, за нанесение ущерба у покусов собаки будет усилена ответственность как с помощью оружия. Вот приравняем ее к пистолету. Если за это будет нести ответственность хозяин, а в случае бездомной собаки, это мэр города, это исполком, если они будут нести уголовную ответственность за нанесение ущерба их подопечными. Правильный подход, согласен. Не будут ли они заинтересованы в решении проблем? Согласен, будут. Когда я говорил про наш КП и нашу проблему, я говорил, что у нас есть проблема, которая растет, и этому есть факты от людей, и мы тратим деньги на те меры, которые это не решают. Поэтому я говорю, что ОСВ – это о том, как потратить деньги, но это не о том, как решить проблему. Поэтому только безвозвратный отлов может
решить? Хоть как-то? Ну, дай бог, эта проблема решится. Как раз то, что вы описывали. Окей, да. Будем надеяться, что мы к этому придем, к цивилизации. Это может принять наш городской совет. Окей. Спасибо за участие в программе. З вами був Ігор Пох, програма «По факту». До зустрічі.